Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание РФ» праздничный информационный повод. Сегодня Всемирный день кардиолога. Кардиологи – это, собственно, очень многогранная специальность, которая, как, в принципе, и многие другие врачебные специальности, требует от ее обладателей постоянного саморазвития, иногда даже самоотречения, самосовершенствования. Врачи-кардиологи фактически на переднем крае, даже можно сказать, на передовой борьбы за наше с вами здоровье, потому что кардиологические недуги по статистике ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, к сожалению, составляют достаточно большой процент в печальной статистике смертности. Ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний умирают миллионы людей во всем мире. Но мы, собственно, на такой печальной ноте продолжать не будем. Я хочу представить нашего сегодняшнего спикера. Мы находимся с вами по традиции, по доброй уже традиции, в НМИЦ эндокринологии, в эндокринологическом научном центре НМИЦ эндокринологии. И сегодня с нами здесь в студии Виктор Юрьевич Калашников, заместитель директора центра по координации эндокринологической службы, заведующий отделом кардиологии и сосудистой хирургии НМИЦ эндокринологии, профессор, член-корреспондент Российской академии наук. Виктор Юрьевич, ну, во-первых, от редакции проекта «Здоровое питание от лица наших зрителей» разрешите поздравить вас, собственно, с профессиональным праздником. Спасибо большое. Вот, пожелать успехов и, ну, скажем, поменьше тяжелых пациентов. Вот. А давайте мы начнем наше общение таким образом. Я вам позадаю сначала наши редакционные вопросы, а затем мы перейдем к вопросам пользовательским. И я, дорогие друзья, вас призываю в комментариях под трансляцией ВКонтакте оставлять свои вопросы. Мы их обязательно озвучим, постараемся успеть получить ответы на все из них. Итак, приступим, собственно, к нашим редакционным вопросам. Вот, как я уже сказала, специалисты Всемирной организации здравоохранения утверждают, что 80% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний так или иначе можно было бы предотвратить. То есть получается, что знание – главное оружие в профилактике болезни. Согласны ли вы с этим утверждением, ну и с этой статистикой? Ну, во-первых, всем известно, что сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти. И при этом, если мы говорим о профилактике, то их принято делить на первичную и вторичную. То есть, условно говоря, если у больного уже был инфаркт или инсульт, так называемая уже вторичная профилактика, то там самое важное – это прием лекарственных препаратов или таблеток, которые рекомендовал врач. Если же мы говорим о первичной профилактике, то есть что сделать так, чтобы инфаркта и инсульта и не было, или бы он развился там не через 10 лет, а через 20, 30, там 40 лет, то вот здесь на первый план выходят уже не лекарственные препараты, а так называемый там, не знаю, здоровый образ жизни, как это принято говорить, на самом деле, ну, не совсем может быть правильное понятие. И если мы говорим о том, что должен сделать, ну, просто здоровый человек для того, чтобы сделать максимально от него зависящее, чтобы предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, то на самом деле всего несколько вещей он должен делать регулярно. Он должен не курить, знать свой уровень холестерина. Это не значит, что проверять его регулярно, но, по крайней мере, там, раз в год или раз в два года. Для мужчин, наверное, это правильнее где-то 40 лет. Для женщин после наступления климакса. Кроме этого, периодически измерять артериальное давление. Опять же, если оно нормальное, то это делать не чаще, чем раз в полгода. Ну и диета, и так называемая физическая активность. Само собой. Вот эти вот пять основных постулатов. И на самом деле, вот если вы и не курите, и знаете свое давление, и знаете свой холестерин, ведете, ну, так сказать, занимаетесь не то что спортом, но, по крайней мере, там, ходите, как это принято говорить, там, больше 10 тысяч шагов в сутки, и как-то более не менее разумно питаетесь, то вы для себя можете сказать, что да, вот я делаю все, чтобы у меня не было инфаркта и инсульта. Потому что мы часто очень встречаем ситуации, когда больной, его как бы ничего не беспокоило, он попадает к нам с инфарктом, говорит, надо же, доктор, я же был совершенно здоровый человек еще вчера. Как же так? У меня внезапно произошел инфаркт миокарда. Потому что значит внезапно? Оказывается, он и курит, давление свое никогда не измерял, холестерин свой не знает и вообще не знает, что это такое. Поэтому в данном случае внезапно не подходит никак. Вот на самом деле быть здоровым не так сложно.
Хорошо, тогда от противного пойдем. Основные факторы риска. Мы уже начали говорить о том, что там человек не знает давление, он курит. Факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. И особенно, какую роль играет питание, нездоровое питание? Ну, раз действительно сайт посвящен основным питаниям, то, конечно, давайте на это остановимся поподробнее. Но еще раз хочу подчеркнуть, что вот эти вот 5 факторов, о которых я сказал, они, то есть неправильно говорить, что из этого важнее. То есть, что важнее, питание или уровень давления, или там питание и физическая активность. То есть, важно все. Работает в комплексе. Конечно. Все. Дополняя друг друга. Теперь мы говорим о питании. Многие, наверное, слышали о так называемой средиземноморской диете, которая стала хорошо известна лет, наверное, уже 70 назад, когда, ну, вдруг, на тот момент вдруг выяснилось, что жители, живущие на юге Европы, вокруг Средиземного моря, несмотря на всю разницу в их культуре и национальности, это касается и Греции, и Италии, и Испании, юга Франции, Португалии, они болеют значительно реже сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем в Соединенных Штатах Америки, чем на севере, ну и чем в России в том числе. Ну, и тогда, естественно, этим феноменом заинтересовались. И надо сказать, что, во-первых, исторически, там, где холодно достаточно, так как у нас, то, конечно, для того, чтобы как-то согреться, мы вынуждены есть были и сало, и мясо, и жиры, потому что эти привычки, они вошли в нашу жизнь. Естественно, тот, кто живет на юге, у них там и так тепло, им нет необходимости. И всем хорошо известны, так сказать, основные принципы этой диеты. Это, конечно, это много овощей, много фруктов, как ни странно, много углеводов. То есть они достаточно много едят и пасты, и рис, и хлеба. При этом много рыбы, оливковое масло и практически исключение животных жиров. И опять же, это исторически, потому что там кормов не было, трава не растет летом, потому что очень жарко, сухо, и поэтому, раз коров-то и не было, то и люди не привыкли. Но на самое важное в этой диете, как ни странно, это не только сама диета, а это именно культура и обычаи, которые с этим связаны. То есть по слову диета мы всегда подразумеваем, вот эти продукты есть можно, эти, так сказать, нельзя, или как-то их надо ограничивать. Вот понятие средиземноморской диеты намного-намного более широкое. Это именно то, что они едят не спеша. У них достаточный уровень физической активности. Они собираются все вместе за ужином, всей семьей. И, как ни странно, это оказывает влияние. Они после обеда обязательно отдыхают. Они, как правило, ну, как-то и семья у них на первом месте, и они в целом очень позитивно смотрят на действительность, на мир. Может, потому что солнце, как известно, там над Испанией всегда безоблачное небо, если мы помним исторически. И вот это вот, наверное, тепло, изобилие солнца играло тоже несомненную роль. Почему так трудно непосредственно привнести вот этот вот менталитет на другие, вот в другие страны, в том числе достаточно богатые? В том числе в Норвегию, Швецию, Финляндию, где до сих пор крайне высокий уровень сердечно-сосудистой смертности по сравнению с этими южными странами, которые на самом деле никаких других усилий не предпринимают, кроме того, что они так живут. Интересно. То есть можно, в принципе, и в нашу страну, где полгода, зима и так далее, экстраполировать, ну, как, по крайней мере, семейную вот трапезу с неторопливым поглощением пищи, с разговорами. На самом деле, действительно, многие были этим как бы озадачены и в Соединенных Штатах Америки, что вот преподнести вот эту вот культуру в целом в свою традицию. Потому что вместо там шоколадки в конце или конфетки, они съедят персик или абрикос, или там арбуз, или дыню. Это же привычка. Другое дело, что у них это легко и доступно. Ну, там, сорвал с дерева, вот оно и растет. А у нас, конечно, с персиками некоторая проблема. То есть здесь есть объективные сложности. Но я хотел бы еще раз подчеркнуть, что вот здесь в слове «диета» на самом деле очень большое значение имеет не сама диета, а вот все окружающее это, которую мы можем, ну, не то что перенять себя, но понимать, куда нам нужно двигаться. И вот здесь строгое какое-то ограничение каких-то... То есть, ну, понятно, что колбаса – это плохо.
целом. Понятно, что там жиры лучше, сыры лучше не очень жирные. Понятно, что сало они не едят, яиц они едят тоже крайне мало. Хотя по современным... Это не значит, что яйца это плохо или это вредно. Во всем надо меры. То есть, во всем надо меры. И вот, но в целом вот эта вот идея, что вместо конфеты лучше съесть какой-нибудь персик, это точно. И газировку сладкую они не пьют. Нет у них этих традиций. Может быть, из-за жары. То есть, действительно, да, там бокал красного вина один или два. Это да, опять же, в кругу своей семьи большой. И ни в коем случае нельзя садиться за стол раньше, чем все остальные. И нельзя перехватывать на бегу. Этим ты оскорбляешь всех своих родственников. Никакой сухомятки. Да, ты должен сесть не спеша, так сказать, и зелень, чтобы много было, трав, салатов. И вот такое вот, может быть, созерцание и удовольствие от жизни. На самом деле удовольствие от жизни играет большое значение. Согласна. Это целая философия, мне кажется. Да. Вот, вы сказали очень правильные слова. То есть как раз вот философия и в питании в том числе, то, что мы должны как-то вот, может быть, прививать или гармонизировать. Хорошо, тогда еще раз от противного пойдем. А что... не должно быть в рационе, вообще вот категорически, чтобы сердце работало без сбоев. Мы поговорили про сладкую газировку, мы поговорили про колбасы, жирные продукты, там трансжиры. Вы знаете, мне очень не нравится слово «категорически нельзя». То есть нет таких стоп-продуктов? Нет, не в этом дело. Они, может быть, и есть, но крайне важно качество человека. То есть если вам что-то очень хочется, а вам это категорически нельзя, и вы не будете это есть, то вы будете как-то в депрессии. Поэтому, если вам что-то очень хочется, побалуйте себя, конечно. То есть, поэтому фраза вот эти продукты категорически нельзя, она не... То есть, стараться их ограничивать, конечно. Стараться понимать, что ты есть, покупаешь там колбасу какую-то, что это, в общем, вредно. И есть это, не задумываясь, наверное, нежелательно. И если есть какой-то выбор, то лучше взять йогурт, конечно, с меньшей жирностью. То же самое это касается и молока. И, наверное, сливки лучше избегать. И сахар лучше избегать, и конфеты какие-то не есть. Но сказать, что... Вы же знаете, на самом деле выяснилось, насколько шоколад полезен с точки зрения настроения. Вот именно натуральный какао-бобы, горький шоколад, потому что ты съедаешь кусочек, и ты как-то чувствуешь, что ты лучше. Эндорфины бурлят. Да, но это тех, у кого шоколад приводит к этим результатам. А есть люди, которые едят шоколад и как-то никакой разницы не ощущают. Ну, тогда не надо его есть, конечно. Принято. Так, хорошо. А что должно быть? Вот у нас даже есть пользовательский вопрос на эту тему. Что должно быть в рационе человека, чтобы с профилактической целью способствовать здоровью сердца и сосудов? И вот нам, соответственно, наши пользователи пишут, что может быть, кроме всем известной кураги из доступных продуктов? Что посоветуете? Курага на самом деле ничем не отличается от каких-то других продуктов, по сути дела. И это в какой-то степени миф, что есть вот некие препараты защитные, вот именно употребление которых, защитит сердце. Вот именно курага, защитит сердце. Но это не так. Конечно, это если у нас проблема с абрикосами свежими, то, конечно же, курага – это намного лучше, чем конфеты. Это не вызывает сомнений. Но каких-то продуктов, которые нужно специально употреблять именно потому, что именно они спасают, это было бы неправильно. Просто в целом рацион должен быть, как в средиземноморской диете, чтобы было больше овощей, если есть такая возможность. Больше фруктов, больше рыбы, лучше оливковое масло. Меньше сливочного? Да. Сливочное, конечно. Да, кстати говоря, вы знаете, что лучше жарить на рисовом, а не на подсолнечном? Нет. Именно на рисовом, почему? Не рапсовом, а именно рисовом. Нет, рисовым, конечно. Нет, почему? Интересно. Потому что у нее температура горения выше, намного. Окисление. То есть... И поэтому, у кого есть, потому что оно достаточно дорогое тоже, но считается, что на рисовом масле еще более полезно, чем на подсолнечном. Чем на подсолнечном рафинированном, потому что оливковое вообще для жарки нельзя использовать. Да. У него очень вот это, как называется, низкоалиновое что-то там. Вот, спасибо, про рисовое. Но опять же, это не является какой-то догмой обязательно, что вот вы знаете, вот я колбасу ем, торты кушаю, и яйца 5
5 раз в день ем, и все, и жирное, и сало, но при этом я типа вот на масле рисовом, поэтому... Понятно. Поэтому это меня защищает. Ну нет, конечно. Панацеи здесь нет и быть не может. Абсолютно. Точно так же, как я знаю людей, которые говорят, ой, я вот покупаю орехи макадамия, в них уникальные аминокислоты, орехи, и кстати, я могу теперь начать. Да, орехи, все. Кстати, тоже полезны, они входят в средиземноморскую диету. Но опять же, это не значит, что мы должны эти килограммами есть орехи, вот, не знаю, грецкие, говорить, ну вот все. Ну, опять же, мы с вами говорили о том, что если человек, например, не может он без колбасы, ну, значит, эту колбасу нужно съесть не с куском белого хлеба, а с овощами, например. То есть надо как-то здесь имеет значение компенсация. Ну, несомненно, но и кроме того, то, с чего я начал, померить уровень холестерина. Да. То есть на самом деле, если как бы вы едите колбасу, и у вас при этом холестерин в целом нормальный, и лишнего веса нет, ну, значит, для вас конкретно это не так страшно. То есть все же индивидуально. То есть догм не должно быть ни в коем случае. Угу. Особенно, если вы вроде как-то, повторяю, едите, а никак негативно это не сказывается на вашем здоровье. На самой, на внешнем виде и так далее. А, конечно, если вы привыкли есть там белый хлеб, кашу, картошку, потому что из овощей у нас, кстати, говоря, картошка только, опять же, которая в средиземноморской диете почти нет. Они в основном всякие бобы. Да, высокобелковые. Да. Которые, да, кстати, относят многие к злакам. Ну, да. Давайте поговорим о, в кавычках, белой смерти. О сахаре и о соли. Вот, насколько важно ограничивать потребление соли и сахара? Сейчас имею в виду людей, у которых уже есть какие-то сердечно-сосудистые заболевания, патологии, предрасположенности. У больных, у которых повышены цифры артериального давления, конечно, надо максимально ограничивать потребление соли, потому что, как известно, даже если вообще ничего не солить, угу, ну почти, то все равно той соли будет достаточно. То есть, как правило, мы потребляем соль в 3-4 раза больше, чем это нам необходимо. Это прежде всего приводит к повышению цифры артериального давления. Ну, то есть, надо желательно как-то ограничить это все. Ну, и мерить давление, смотреть, да, за своим состоянием. Ну, это само безусловно, собой, да. Особенно да, тем, да, кто гипертоником, кто склонен. А по поводу сахара? По поводу сахара. Ну, честно говоря, ну, понятно, что мы его добавляем, если мы печем какие-то там пироги, торты и так далее. Но я не думаю, что мы печем торты и пироги каждый там день. Это, наверное, какой-то праздник. На какой-то праздник, я думаю, сколько угодно. Честно могу сказать, чисто субъективно, я не понимаю, зачем добавлять сахар в чай. Потому что мне кажется, что чай тогда теряет, в общем, все... Ну, так вкусовые сказать, какие-то все, прелести. Сказать, да, все вот именно вкус чая, потому что он просто перебивается сахаром. Ну, наверное, если люди очень-очень привыкли, я еще раз повторяю, если вам без чего-то вы жить не можете, значит, я считаю, что ограничивать себя в этом неправильно, именно потому что это будет тогда сказываться на качестве вашей жизни. И вы должны жить с удовольствием, в этом и основной принцип. Абсолютно согласна. То есть синдром запретного плода приведет рано или конечно, поздно к срыву, безусловно. Но здесь что важно, чтобы вы четко понимали, что вредно, а что полезно. Если то, что вредно, вам и не особенно хочется, а вы делаете это автоматически. Ну, просто как-то вы привыкли, все время идете, там, покупаете там сосиски, их там каждый день готовите. Не то, что они вам нравятся, просто как-то вот, ну, привыкли, пришли, вроде и покупаете. Вот тогда, конечно, надо стараться от этого отказаться, несомненно. Без вопросов абсолютно. Окей, а тогда вот об основных признаках болезни сердца все более-менее осведомлены. Это боли в груди, учащенное сердцебиение, одышка. Но при этом наверняка бывают еще какие-то необычные симптомы, на которые, как правило, люди не обращают внимания пристального или путают их с проявлениями, скажем, других заболеваний. Вот расскажите, пожалуйста, об этом. Бывает ли такое и что именно? Вариантов очень много. И на самом деле людям не надо об этом задумываться, чтобы самому себе поставить диагноз и понять, это сердце или не сердце. Здесь самый важный принцип. Если вы чувствуете, что стали чувствовать себя хуже, неважно, с чем это связано. Даже вот раньше вы там поднимались на третий этаж легко, а в последнее время, там, неделю или месяц, чувствуете, что поднимаетесь хуже. Почему не принципиально? То ли слабость у вас какая-то, то ли одышка, то ли боли, то ли ноги болят. Не имеет значения. Имеет значение сам факт, что раньше вы на третий этаж поднимались легко, а сейчас хуже, значительно хуже. Значит, надо срочно идти к врачу, и дальше он уже разберется. Это касается всего.
То есть, если в целом вы чувствуете себя нормально, чувствуете себя как бы не хуже, чем полгода и год назад, при той же уровне физической активности, угу. значит, в целом все хорошо. Если хуже, значит, сразу к врачу. Поставить себе диагноз и выяснить все-таки, с чем это связано, совершенно неразумно и неправильно. Абсолютно. А тем более гуглить, пытаясь поставить себе диагноз, что делают многие, и в этой ипохондрии онлайн фактически погрязают. Нет, ну, трое в лодке, не считая собаки, это же классика, в общем, на самом деле. Советую вам перечитать это произведение. За исключением синдром горячки-горячки беременных или что-то в этом духе. Считается, что риск возникновения инфаркта значительно вырастает после 40 лет, вот некий рубеж такой, причем и у мужчин, и у женщин, у мужчин, как известно, больше. И мы видим, что особенно часто от проблем с сердцем умирают достаточно молодые мужчины в возрасте около, ну, плюс-минус, там, 50, 45-50. Вот, например, Шатунов, которому 49 лет, есть еще примеры. Елена Малышева, Елена Васильевна, высказалась на этот счет, что, по ее мнению, инфаркт миокарда у молодых мужчин чаще всего связан с высоким уровнем холестерина. И вот достаточно раз в год проходить обследование и сдавать анализ на уровень холестерина, чтобы трагедию эту предотвратить. Вы с такой периодичностью согласны? Ну, во-первых, надо уточнить некоторые моменты. Действительно, для мужчин достаточно часто инфаркт миокарда возникает, там, условно, в 50 лет. Для женщин это все-таки редкость. Но женщины догоняют мужчин, условно, к 60 годам, угу. именно потому, что после наступления менопаузы холестерин значительно повышается, защитное действие там, женских половых гормонов, оно прекращается. И вот здесь очень важно, вот в этот момент, когда женщине, так сказать, наступила менопауза, обратить внимание на свой холестерин. До этого это, в общем, не так принципиально, потому что у женщин там 40-45 лет инфаркт миокарда – это редкость. Конечно, играет значение наследственность, конечно, это можно и, там, и в 35 лет получить, если есть какая-то врожденная аномалия. Угу. Но я говорю про вот, ну, обычную ситуацию. Еще раз повторяю, женщины буквально за 10 лет догоняют мужчин именно потому, что они как бы не задумываются о том, что в их организме произошли значительные изменения. И до этого вот холестерин, который был, он как бы не оказывал никакого негативного влияния, тут стал оказывать. Почему действительно молодые мужчины умирают от инфаркта достаточно часто и быстро? Потому что их сердце не привыкло к недостатку кислорода. И если инфаркт случается там условно в 70 лет, у больного, у которого уже до этого он был, или до этого было уже поражение коронарных артерий, сердце как-то более-менее привыкло к недостатке кислорода. Поэтому инфаркт развивается, но к смерти это, в общем, приводит не так часто. У молодых, к сожалению, такое, как у Шатунова, угу, бывает достаточно, ну, не часто, но, в общем, это не редкость. Вот такое вот внезапное, абсолютная смерть, когда ни скорая не успевает доехать. Как правило, из-за нарушения ритма. То есть не из-за того, что сердце там как-то вот разорвалось или там остановилось, а за нарушение ритма. И именно поэтому вот эти вот дефибрилляторы, которые во многих странах там в аэропортах висят, не знаю, в гостиницах висят, вот именно для этого. Потому что если провести дефибрилляцию, то, как правило, в большинстве случаев вот этого еще молодого человека можно спасти. То есть удается завести мотор сердца. Ну, ликвидировать эти нарушения ритма, скажем так. То есть сердце не останавливается вот в прямом смысле этого слова, то есть что не перестает биться, и вот из-за этого больной умирает. Наоборот, там возникает так называемое жизнеугрожающее нарушение ритма, то есть те, которые, там, фибрилляция желудочков, может быть, вы, так сказать, слышали такой термин, который непосредственно является основной причиной смерти. И вот у молодых людей, к сожалению, при развитии инфаркта миокарда это происходит достаточно часто. Вопрос тогда такой, насколько опасно, вот все мы знаем, там с коронавирусом связанный синдром с повышенной свертываемости крови, и нужно ли людям в определенном возрасте постоянно употреблять какие-то препараты для разжижения крови, потому что очень многие терапевты сейчас их выписывают. Ну, это достаточно такой уже сложный вопрос, чисто медицинский. Угу. Если помните, некоторое время назад на телевидении была реклама, когда там дедушка или бабушка
достаточно моложавого вида, угу. обязательно почему-то седые. И рядом, так сказать, внучка, которая дает им некое лекарство, чтобы у тебя не было инфаркта и инсульта. Но вот так вот давать всем подряд, вот просто из-за возраста или из-за седых волос, точно не надо. В то же время действительно большому категорию больных прием препаратов, так называемой разжижающих кровь, крайне необходимо для того, чтобы уменьшить развитие инфаркта и инсульта. Но здесь точно не надо заниматься самолечением и просто из-за возраста вот как бы вот начинать принимать те и другие препараты. Ну, в данном случае доверьтесь врачу. Если врач это пропишет, значит, конечно, это делать необходимо. Ну и как минимум обследуйтесь для начала. Придите к врачу, он назначит необходимые анализы. Ну да, либо так сразу поймет. Угу. Вот сейчас лето, жара, и очень многие, ну, насколько я понимаю, там уезжают на пикники, на дачи и так далее. И я слышала мнение кардиологов, что очень вредно людям, распаренным на жаре, особенно склонным к каким-то сердечным, кардиологическим проблемам, сразу забегать в холодную воду в водоем, что надо заходить как-то постепенно. Особенно людям, которые там после пикника переели, выпили алкоголь и так далее. Вот. Как мы все-таки считаете? Говорим о больных людях или после пикника и после алкоголя? Нет, мы говорим не о больных людях, мы говорим о массовой, скажем так, аудитории. Ну, во-первых, жара негативно влияет на здоровье, на развитие сердечно-сосудистых осложнений, особенно у тех больных, у которых уже есть сердечно-сосудистые заболевания. Просто это достаточно большая нагрузка на организм. Поэтому, конечно же, жару следует избегать, находиться максимально в кондиционируемых помещениях. Но особенно это важно, ну, в период, наверное, ночного сна, чтобы не было достаточно жарко. Ну, слава богу, у нас в этом плане, в отличие, опять же, от Южной Европы, в общем, на самом деле, жарких таких дней бывает немного. Но в то же время мы к этому и не привыкли. Кстати говоря, из-за жары на юге Европы там же мало очень полных людей. Потому что, ну, представьте себе полным, а еще и тут 30 градусов или где-нибудь какой-нибудь Севильи. Ну, это же, так сказать, невозможно. Да. Они просто, наверное, каким-то естественным отбором, просто, как так сказать, потихоньку за многие-многие годы, они же все достаточно худые. Да, да, под жарой местные да. жители, это по правилам. Климат, привычка, отсутствие вот этого фастфуда. Попробуйте найти какой-нибудь Макдональдс. На юге Европы. Ну, то есть, он в туристических зонах. Нет, он не будет пустым, он будет как раз, так сказать, наш брат, который, так сказать, приехал не только из нашей страны, но откуда-то. Вот в туристических зонах он есть, но сами местные практически туда не ходят. Потому что у них другая привычка. Они... Вот привычки у них другие. Абсолютно. Вот, поэтому, говоря о жаре, конечно, ее следует избегать. Это несомненно. При жаре вот так вот, насколько опасно окунаться в холодную воду, ну, холодную условно, это же не зимой, можно в проруби. Более прохладную, чем в воздух. Ну, честно говоря, для здорового человека я не вижу здесь проблем. Другое дело, что если вы говорили про алкоголь, конечно, если, так сказать, принять его избыточно, скажу аккуратно, то, как говорится, пьяному море по колено, то а потом куда-то, так сказать, то это может просто, если человек захлебнется трагическим последствиям. Да, абсолютно. Системой. Вот само по себе так, ну, почему? Даже о закаливании, если мы говорим, то оно даже вообще полезно. Хорошо, тогда про физическую активность поговорим. Людям, у которых есть проблемы определенные с сердцем, там, например, даже одышка, там боли в груди, кольнуло здесь, кольнуло там. Стоит ограничить свою физическую активность, ну, такими не очень нагрузочными, наверное, историями, типа вот теми самыми 10 тысячами шагов в день, скандинавской или ходьбой, плаванием, но таким не спортивным, а для здоровья. Какие лучшие виды нагрузок предпочесть? Нет. Значит, если у больного есть проблемы со здоровьем, тем более с сердцем, угу. то, конечно же, надо спросить все лечащего врача. У доктора. Вариантов может быть крайне много. Если у человека есть какая-то серьезная сердечная проблема, то даже 10 тысяч шагов могут привести к его летальному исходу. Угу. Хотя в целом, если мы вообще говорим, конечно, физическая нагрузка полезна, в том числе и больным, перенесшим инфаркт миокарда. Но здесь слишком много вариантов. Вот если мы можем дать общие, понятные, обязательные рекомендации
для условно здоровых в качестве первичной профилактики. Угу. То, что касается уже больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, здесь бы я бы так поостерегся давать какие-то единые совершенно рекомендации для всех больных. То есть здесь нужно проконсультироваться с вашим врачом, потому что есть очень много вариантов. В целом, конечно, физическая нагрузка полезна, но вариантов слишком много. Хорошо. И вот у меня такой финальный вопрос, который я очень хотела с самого начала задать. Мы с вами находимся в эндокринологическом научном центре, но это бесспорно самый передовой современный центр эндокринологии в нашей стране. Поэтому вопрос такой. Какие инновационные методы лечения сердца и сосудов практикуются у вас в центре? И отдельно вот такие тренды, скажем, зачем будущее в кардиологии? Ну, здесь бы я бы даже говорил не об инновационных методах лечения, а то, что в нашем центре, благодаря специфике и достаточно большому количеству эндокринологов, и кардиологов, и сосудистых хирургов, есть возможность комплексного обследования лечения больных с сахарным диабетом. То есть, естественно, есть другие сердечно-сосудистые центры, которые занимаются профильным сердцем, сосудами, но они тогда не занимаются, так сказать, сахарным диабетом или... В то же время есть другие учреждения, эндокринологические отделения, где тоже занимаются сахарным диабетом и другими эндокринными патологиями, но не занимаются сердечно-сосудистыми проблемами. Вот в нашем центре действительно есть уникальная возможность, вот это вот КОП, так как диабет действительно поражает и сердце, и почки, и артерии нижних конечностей, то у нас есть такая вот уникальная возможность, что больным занимаются всеми этими вот проблемами комплексно. Причем здесь это не общая фраза, которую часто говорят, а реальная, потому что у нас есть соответствующее отделение, соответствующая возможность. Вот этим, мне кажется, мы принципиально отличаемся от большого числа других, тоже прекрасных, тоже замечательных, великолепных лечебных учреждений. Но все-таки наша вот такая вот специфика, она, мне кажется, играет существенную роль в оказании помощи больным с сахарным диабетом. Ну, кстати говоря, и другими эндокринными заболеваниями в том числе. Перейдем к пользовательским вопросам. И вот как раз переходный такой вопрос. Вы сказали, что у диабетиков поражается сосудистая система и сердце. Ну, про сосудистую систему, там вены, артерии нижних конечностей все знают. А как диабет влияет непосредственно на сердце? Вот, ну, это не в плане страшилки, а вот что нет, конкретно? Значит, дело в том, что, конечно, принципиальной никакой разницы нет. И у больного с сахарным диабетом, и без сахарного диабета основная проблема – это поражение коронарных артерий, то есть артерий, питающих сердечную мышцу. То есть нет какого-то специфического заболевания. Другое дело, что больных диабетом вследствие разных причин. И уровни гликемии, если он не поддерживается на должном уровне, и, как правило, у них чаще выше уровень холестерина, все это приводит к тому, что коронарные артерии у больных с диабетом и артерии нижних конечностей поражаются чаще, более тяжело, более диффузно, на большом протяжении. Вот это является и основной, как бы, проблемой. А вот если просто простыми словами объяснить, со стенками сосудов что-то происходит? Или это те же самые бляшки, холестериновые? Это бляшки. Значит, ну, это слово механически нельзя сказать. То есть это не то, что снег вот как бы ложится на землю, возрастает сугроб, и вот так же и холестерин откладывается внутри коронарной артерии или других артерий. Это сложный достаточно процесс, именно потому, что это живой организм. Там клетки все время делятся, взаимодействуют с другими, с другом и так далее. То есть это не механическое, вот как у нас забилась там труба в отоплении. Ну да, или вот. В сливе где-то. Ну да, вот она забилась вот какой-то грязью, вот надо ее ёршиком прочистить. Все намного сложнее. Но и диабет негативно влияет на эти процессы. Но в какой-то степени, если мы говорим так схематически, то да, происходят подобные процессы, артерии суживаются за счет атеросклеротической бляшки, и приводит к тому и к развитию инфаркта миокарда, и к стенокардии, и, в общем, к целому ряду и к нарушениям ритма. Кстати говоря, у нас тоже в центре занимаются нарушениями ритма и проводимости, и аритмологические операции проводятся. То есть и с этих позиций тоже в нашем центре оказывается такая вот комплексная помощь. Это замечательно. А вот у нас теперь вопросы такие пошли. Я говорила, что будут личные истории. У моей дочери-подростка
Пролапс. Пролапс. Да. И из-за этого экстрасистолия, правда, в состоянии покоя только. Но при этом она постоянно сидит на диетах, пытается быстро похудеть, устраивает разгрузочные дни. Не вредно ли такое экспресс-похудание для ее растущего организма и сердца в частности? Ну, экспресс-похудание и разгрузочные дни – это вообще не очень хорошо, потому что крайности всегда плохо. И опять же, возвращаясь к средиземноморской диете, она не подразумевает, что мы не едим целый день или два дня, а потом едим, так сказать, много или да, как-то два, еще. Да. То есть на самом деле важно это регулярное питание. Они же много едят, в этом-то и парадокс. Угу. Они не отказывают себе, они не ограничивают. То есть, ну как, ограничивают, может быть, своими какими-то привычками, может быть, из-за жары тоже. Но так формально у них вообще ужин, так сказать, назовем это ужином. Достаточно там, плотный, да. Нет, он долгий, то есть люди долгий, там да. часами сидят и кушают, но другое дело, что зелень там, не знаю, еще что-то. Там и выпивают умеренно, и ведут беседы и так далее. То есть, на самом деле, вот такие вот резкие ограничения, они вредны. Что касается пролапса митрального клапана. Как правило, я бы сказал, в 99% случаев это не имеет никакого серьезного значения для прогноза, когда чуть-чуть створка митрального клапана пролоббирует в левое предсердие. Угу. И это не может привести к каким-то значимым проблемам со стороны сердца. Никто, что это не приведет к инфаркту миокарда, инсульта, это вообще не об инфаркту, не это об вообще этом. Не об этом. Ну и даже к значимым нарушениям ритма это не приводит. Как правило, экстрасистолия, особенно у молодого растущего человека, носит доброкачественный характер. Угу. Ну, конечно, надо провести холтероскомментарирование ЭКГ, если это достаточно значимо, чтобы убедиться, что это не выходит за какие-то разумные рамки. Но это, как правило, не требует никакого, не то что хирургического лечения, это не требует и медикаментозного лечения, и вообще, как правило, на это не стоит обращать внимания. Ну, конечно, нужно убедиться, что это так называемое доброкачественное нарушение ритма, потому что в каком-то 1% случаев, или даже меньше, чем в 1% случаев, даже у молодых людей это может быть достаточно серьезным заболеванием или предвестником серьезного заболевания. Но здесь и похудание как раз, оно может и приводить быть катализатором триггер, вы да. совершенно правы, вот этих нарушений. Организм как-то должен на это реагировать. Может, он таким образом, как правило, и говорит, возмущен. Хозяйка, да, ну не надо меня так мучить. Совершенно верно. Говорят, что постинфарктникам категорически нельзя есть перед сном. Подтвердите, пожалуйста. Я уже возвращался с тем, что я вообще против слова «категорически нельзя» или «категорически можно». Во-первых, вообще считается же известная фраза, так сказать, «завтрак съешь сам, а ужин отдай врагу». Да. Поэтому перед сном есть плохо. Вот так непосредственно ест, или это как раз путь к избыточному весу. Угу. Лучше есть во время завтрака или обеда. Независимо от того, был инфаркт миокарда или не был инфаркта миокарда, в данном случае это не имеет принципиального значения. Более того, даже само наличие инфаркта не так важно, сколько важно его объем и какие он привел последствия. Одно дело, инфаркт был, он такой условно-микроскопический, больного госпитализировали, поставили ему там стент. Конечно, у него надо принимать определенные лекарства. На самом деле, его и качество жизни может никак не меняться, он может продолжать работать и вообще никак не ощущать. А иногда бывает, к сожалению, инфаркт, который приводит к достаточно тяжелой сердечной недостаточности, тогда это совсем другая ситуация. Есть перед сном вообще не очень хорошо, от этой привычки нужно максимально избавляться. Как-то вот избавляться. Да. Я понимаю, что это трудно у работающих. Мы утром что-то перекусили, на бегу что-то перекусили, вечером пришли и вот тут навернули, так сказать... Это плохо. Это плохо. Еще раз, вы подумаете, наверное, что я апологет средиземноморской диеты. Я ее повторяю еще раз. Но вот я еще раз подчеркну. Вот образ жизни надо менять. Это вот привычки и стереотипы. Вот. Ну, с другой стороны, привычка у человека формируется в течение, в том числе здоровая привычка, в течение 21 дня. Видимо, сложно не наедаться перед сном только первую неделю. Ну, может быть. Ну, как-то надо от этого, в общем, стараться уходить. Как-то, не знаю, на работе тогда есть там или еще что-то. Но, опять же, возвращаясь, если больной постинфаркт кардиозный, скорее, он уже не работает. Тогда я вообще не вижу ни одной причины. А он-то почему должен... Соблюдать режим питания. Почему он должен обязательно, пускай раньше... Да, ранний ужин, променад и так далее. А променад это вообще очень хорошо, кстати говоря.
перед сном. Абсолютно. Да. Еще один вопрос из пользовательских. Как понять, что у человека аритмия? Обязательно ли измерять пульс для этого? Видимо, не на себя, значит, я понимаю. Значит, на самом деле измерять его не нужно, если у вас никаких нет жалоб. То есть специально брать и думать, а дай-ка я посчитаю свой пульс. А какой он у меня? А нет ли у меня там нарушений ритма? Все это лишено всякого смысла. То есть если вы действительно чувствуете, что у вас пульс очень часто, и вас это беспокоит, либо какие-то перебои в работе сердца. Ну, конечно, возьмите себя за пульс, если вы, так сказать, сможете его четко определить, и убедитесь, действительно ли он так или нет. И есть действительно какая-то тахикардия, о которой раньше вроде не было. Это самый главный момент, что сейчас что есть, что не было раньше, возвращаясь к этому. Либо появились какие-то нарушения ритма, то есть перебои в работе сердца. Сердце стало неритмично работать. Ну, конечно, идите к врачу. Вот вопрос у меня от себя уже. Насколько вредно, если у человека постоянно повышенный пульс и при физических нагрузках в том числе? То есть очень быстро он взмывает вверх и также быстро восстанавливается. Ну, как правило, это говорит о детренированности. Угу. То есть на самом деле вот занятие так называемым фитнесом, оно крайне полезно и в нашем с вами возрасте. Скажу и так аккуратно. Правильно, абсолютно. Вот. И, как правило, вот эти проблемы, так сказать, проходят. А если человек раз в месяц поднимается на пятый этаж пешком, то, конечно, когда он поднимется вот этот раз в месяц на пятый этаж, он обратит внимание, что сердце выскакивает из груди и зашкаливает. Угу. Ну еще бы. Для него это, так сказать, стресс. Хорошо. Тогда, если, например, человек, вот где-то я читала, что есть вот тот самый красный или белый треугольник. Человек во время физической нагрузки, чувствуя себя прекрасно, но он сильно краснеет, и у него какой-то на лице еще белый вот в районе носогубки какой-то ареал. Это ни о чем не говорит? То есть это не опасно? Нет, это ни о чем не говорит вовсе. Угу. Другое дело, опять же, возвращаясь вот к вашему первому вопросу, конечно, нужно там периодически сдавать анализ крови, потому что тахикардия может быть предвестником анемии. Угу, а как раз, опять же, если говорим о женщине, о женщинах, то там анемия бывает достаточно часто. Это может приводить и к слабости, и к тахикардии, и к нарушениям ритма и так далее. Но, конечно, надо пойти сдать анализ крови, вдруг окажется, что там, в общем, достаточно выраженная анемия. Тогда это будет основная причина. Опять же, не сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому Хорошо. Пардон, что перебиваю. А какой, вот тоже это, кстати, пользовательский вопрос, какой анализ крови до визита к врачу лучше сдать? Общий или биохимию? И тот, и тот. Все, оба два. Ну, конечно. Понятно, принято. Еще вопрос от пользователей. Насколько нужны для поддержки сердца витамины и БАДы? Не нужны. Ни для сердца, ни для еще чего-то. Просто очень многие сейчас, я понимаю, с чего возник этот вопрос, очень многие сейчас говорят о скрытом голоде, когда человек вроде как питается, но микро- и макронутриентов с едой недополучает. Ну, для этого действительно надо доказательство того, что он их недополучает. И опять же, мы идем к обследованию. Да, действительно, у нас солнца крайне мало, поэтому витамин D, как правило, мы недополучаем. И это известная проблема, поэтому, как правило, витамин D необходимо, ну, после того, как ты его померил и убедился, что он достаточно низкий, то это вот тот вот как раз элемент, который необходим, ну, подавляющему большинству жителей нашей страны, именно потому, что мы живем в той зоне, где нет совсем солнца. Но если мы говорим просто о поливитаминах, которые, так сказать, там, где большой очень перечень витаминов, то в подавляющем большинстве случаев никакого смысла их принимать нет вообще. Понятно. Вот они не заменяют здоровое питание. То есть нельзя вот есть колбасу и думать, и я их нейтрализую микроэлементами и витаминами. К сожалению, это так не работает. Пару таблеточек, и будет несчастье. Да. Я вот это вот. Ну, это как говорит, я курю, но зато я там делаю что-то еще, и этим я нейтрализую вот это негативное влияние. Кстати, немало знаю таких людей, которые курят запоем, говорят, ну я же с утра бегаю. Одно другое. Не, ну, как правило, кстати говоря, нет. Кто курит, тот не бегает. То есть это бывает редко. Он по-другому там, в общем.
Может быть, нет, но я знаю курильщиков, которые бегают, и это, в общем, странно. Потому что, правило, человек, который, в общем, регулярно бегает, ему труднее это делать при курении, и он либо бросает бегать, либо бросает курить. Второе значительно лучше. Нет, это несомненно. Не то, что лучше, мы вас к этому и призываем. Безусловно. Вот мой вопрос по поводу частоты пульса поддержали пользователи. Если постоянно высокий пульс, и врачи говорят, что такая особенность организма, надо ли с этим что-то делать? Ведь это дополнительная нагрузка на сердце. Анализы при этом в норме? Нет, тут надо слушаться врача. Другое дело, что врачей, как правило, много больше, чем один. Если вам чем-то не устраивает, или есть какие-то сомнения, что этот доктор, может быть, не разобрался или как-то не совсем понял, обратитесь к другому доктору. Второе или третье мнение? Мнение, конечно, абсолютно. Но, в общем, вариантов слишком много. Как бы, о чем бы я говорил бы? О том, что вот не надо самому ставить себе диагноз и самому решать, вот это вредно или не вредно. Вы сомневаетесь, что доктор вас, так сказать, правильно выслушал, разобрался или не разобрался? Ну, хорошо, сходите к другому доктору, это вполне разумно и нормально. Принято. Тогда, ну, поскольку пользовательские вопросы у нас, мы, видимо, так с вами всеобъемлюще поговорили, что они тоже подосякли, у меня вопрос такой, вопрос завершения. Скажите, пожалуйста, что бы вы посоветовали людям, вне зависимости от их кардиологического статуса, да, которые собираются начать новую жизнь, перейдя ли на здоровое питание, на здоровый образ жизни, но не знают, с чего начать? С чего начать? С того, что вам легче всего. То есть не надо, так сказать, гору покорять постепенно. То есть не надо сразу на Эверест. Карабкаться. Да, карабкаться. Начните с того, чего вот вам проще всего отказаться. Если это вредно, откажитесь от этого. И главное здесь, если мы говорим, например, о физической нагрузке, о том, что это полезно, то одному человеку нравится бегать, другому нравится, наоборот, плавать, третьему нравится играть в теннис. Кому-то нравится ходить на вот это, на какие-нибудь групповые занятия, да, фитнес-тренинг, бессознательное, там, да, или еще есть, что-то. Да. Ну, естественно, то есть не надо насильно вот именно бегом, а вас от него воротит. Угу. Ну, значит, выберите то, что вот вам по душе. Согласна. Потому что, что-то повторяю, это самое важное. То есть вы должны получать удовольствие от того, чем вы занимаетесь. И от еды, и от физической нагрузки. Другое, что это надо прививать. То есть надо прививать того, что вам нравилось, то, что полезно. Очень ценный совет. А если человек, например, ну, ему надоедает определенная нагрузка, просто чередовать, брать, пробовать? Нет, ну, конечно, конечно. Потому что я знаю, что есть люди, которым очень нравится плавать. Угу. Ну, значит, они пускай плавают, им не надо вот во что бы то ни стало делать что-то другое. Сухопутное, потому что это кому-то нравится, наоборот, бегать. Ну, хорошо, значит, пускай он бегает. Ну да, кому-то. Ну, я так специально самые распространенные взял, вот, а кому-то нравится там что-то еще. Кому-то танцевать. Да, если мы говорим о физической нагрузке полезной, то сразу хочу сказать, что она важна вот именно вот такая. То есть поднимать штангу, то есть взрывную нагрузку, она не считается полезным, даже вредной для сердечно-сосудистой системы. Угу. То есть вот эти функциональные тренировки, где такой прям вот пульс зашкаливает, это не очень хорошо. Нет, ну для, наверное, здоровых юношей это, наверное, не так вредно. И как бы, или там, когда тебе там 20 лет, ты хочешь сделать свое тело, ну я не имею в виду там с помощью анаболиков еще что-то, ну там подкачаться в зале, это совершенно нормально и естественно. Но надо понимать, что это мы делаем не для защиты сердечно-сосудистой системы. Если же мы говорим об этом, то должны быть именно вот нагрузки такие, как при плавании, ходьбе, то есть должны быть что-то такое постоянное, и ну желательно... И очень высокоударное. Да, то есть совсем, то есть не рывками. То есть если вы будете двигать шкаф в квартире вот полчаса, то это принесет только вред. То есть мало того, что вы спину можете сорвать, еще и сердцу вы никак не облегчите этим задачам. То есть вот эти вот взрывные нагрузки следует избегать. Никому не нужны. Абсолютно. Они должны быть такие вот так называемые интервальные, то есть вот постоянные. А вот сколько по времени в среднем, ну, про 10 тысяч шагов мы уже говорили неоднократно, должна быть нагрузка? Я слышала, что 40 минут минимум и человек в день, и человек должен при этом, ну, пропотеть, то есть почувствовать. Нет, 40 минут 3 раза в неделю, это считается абсолютно нормально и хорошо для сердца. Если у кого-то есть возможность 40 минут каждый день,
то это тоже возможно. Конечно, после этой нагрузки не надо, чтобы человек вот ее дошел и упал. И упал, да. Без да. сил, как на Олимпиаде, там, после какого-нибудь соревнования или после какой-нибудь стайерской дистанции. Это тоже никакого пользы нет. То есть, человек должен уставать, тахикардия должна быть. Но должна быть разумность, как и во всем. То есть, должно быть, вы, конечно, должны устать. Но при этом, конечно, не то, что сердце зашкаливает, и вы вот дошли эти полчаса и упали, и там лежите 5 минут, как лыжник после, так сказать, какой-то марафонской дистанции. То есть это никому не надо. Ой, у меня возник еще один вопрос, и я не могу его не задать. Есть спортивные добавки, да, очень многие там льют себе L-карнитин, еще что-то. Это полезно вообще? А кто-то употребляет, не буду называть название препарата, но он с мельдонием, который вот почитал, что Мария Шарапова на нем так хорошо играла. Нет, этот препарат, так сказать, не имеет никакой научной базы. Почему его, кстати говоря, запретили, совершенно непонятно. Угу. Потому что, в общем, он не должен ничему помогать. Что касается там белка, L-карнитина и так далее. Ну, то есть и в этом есть определенный смысл. Опять же, если мы говорим о 20-летних парнях, которые занимаются своей фигурой, естественно, еще раз повторяю, какие-то анаболические препараты – это плохо. В то же время определенное количество белков, особенно если ты посмотрел анализ крови, ты увидел, что у тебя белка не так много, так называемые протеиновые коктейли, они в определенных случаях, они как бы действительно полезны. Но я не думаю, что они нужны для больного после инфаркта миокарда или еще что-то. Совсем другая ситуация. Но действительно, в отличие от каких-то микроэлементов, которые совершенно непонятно, почему должны помочь, потому что никто не показал, что их не хватает в организме. То есть вначале надо в этом убедиться. То, что касается вот такой вот протеиновой каких-то коктейлей, если человек регулярно занимается именно, вот, так сказать, спортом, конечно, они нужны. Я уверен, что спортсмены, наверное, вот тоже регулярно как-то восстанавливаются, это используют, есть, конечно, смысл. Ну и плюс там изотоники. А стоит ли во время нагрузки пить? Потому что раньше, я помню, что лет 10, ну даже 20 назад говорили, что пить, тем более холодную воду, тем более большими глотками во время физической нагрузки, очень важно, вредно для сердца. Нет. На самом деле для сердца вредно, когда жидкости мало. И, конечно же, особенно во время нагрузки или во время жары, здесь крайне важно, чтобы не было так называемой гиповолемии, то есть чтобы не было недостаток жидкости в организме. Поэтому пить обязательно нужно. И более того, все вы, если, наверное, видели во время особенно жары, носят с собой бутылочку и все время ее, так сказать, как бы вот из нее пьют. Да, или там теннисисты, которые играют, они там ест бананы, опять же, это белок. Да? Вот. Ну, там не столько магний, сколько углеводы, ну, быстро всасываемые и небольшого объема, то есть вот это вот. И все время пьют воду. Опять же, небольшими глотками для того, чтобы поддерживать вот это вот баланс. Водно-солевой баланс. Да. Ой. По-моему, мы с вами замечательно совершенно пообщались, очень на многие вопросы ответили, беседа была очень полезной, и я еще раз от всего сердца и, опять же, от лица наших зрителей поздравляю вас с профессиональным праздником. Спасибо большое. С днем кардиолога. Спасибо. Вот, и желаю всяческих успехов и на рабочем поприще, и в жизни вообще. Спасибо большое. Спасибо. Надеюсь, что мы ответили на большинство или, может быть, на все вопросы. И я был бы очень рад, если хоть какая-то информация, которую вы сегодня услышали, была вам полезна и интересна. Спасибо за внимание. Спасибо, друзья. Всего доброго.